Я в прошлом видео я обещал, что стану еще круче. Вы только посмотрите на мой новенький унитаз, и я накопил 2 миллиарда. Я вот эти вот все яйца пооткрывал. У меня теперь состав из 6 питомцев, и все они очень крутые, дают мне по 600 миллионов. Я вам сейчас покажу, как я пукаю на этом унитазе. Вы только посмотрите. О, вы посмотрите, сколько раз я финиширую. Обалдеть. Я 43 миллиона получаю, ребят? Хочешь получить робоксы, но не знаешь где? Тогда переходи на сайт RBXCam. Здесь вы можете приобрести робоксы по очень вкусной цене. А еще у вас есть возможность выиграть их бесплатно, если вы поучаствуете в конкурсе в группе ВКонтакте или же на Дискорд-сервере. Конечно же, туда вступайте. Обязательно переходите именно по моей ссылке в закрепленном комментарии и остерегайтесь мошенников. И вы заметили вообще, сколько я получил-то? Ну-ка, давайте еще разочек. Уже 1000, ребят, 2000 кругов, 3, 4, 5, 6, почти 6000 кругов, ребят, это просто же капец. У меня 1,5 миллиарда, получается, говняшек, смотрите, ребят, вон слева, и 2 миллиарда денег. Я, ребят, сделал себе кучу перерождений, 20 штук, я могу пройти вот сюда, вот в новую локацию. Давайте мы вместе с вами сейчас туда пройдем и посмотрим, может быть, новый какой-нибудь туалет нам будет доступен, ребят. Давайте мы вот так вот забираем награду, и давайте мы сейчас вот сюда пройдем. Так, ребят, смотрите, тут у нас есть донатские вот такие яйца, я, кстати, их не покупал, давайте мы с вами купим одно вот это яйцо за 200 робаксов, Shiny Pet номер 4, и посмотрим, какие у него будут характеристики. Вот так вот он открывается, и легенда... 3,5 миллиарда, серьезно? Обалдеть, ребят, у меня таких пэтов не было. У меня почти 5 миллиардов, обалдеть. Я накопил 2 миллиарда, ребят, давайте мы вот этого еще питомца сейчас купим. Команка мне выпала, я уже видел ее, ребят. 3-миллиардная команка, ребят, слушайте, неплохо. Давайте мы ее вот так вот экипируем. И у меня теперь почти 8 миллиардов. Давайте посмотрим, сколько я здесь пролечу, ребят. И смогу ли я долететь до конца. Смотрите, все-таки немножко мне не хватает, да? 226 миллионов, да? Да, да, ребят, миллионов я получаю. Давайте, знаете что, вот эту штуку еще сдонатим. Шайни питомец номер 5, ребят. И мне кажется, он будет круче. Самый крутой, который есть вообще в этой игре сейчас. 150 миллиардов. Серьезно? 150 миллиардов, ребят, это просто жесть. Я сейчас до конца улечу, ну-ка. О, ребята, да даже несколько раз, смотрите, смогу финишировать. Да, 10, да? 10 раз, ребят. 10 раз финишировал и получил почти 5 миллиардов. Так, окей, давайте мы вот это вот откроем яйцо. Несколько раз, да, ребят, смотрите, анкоманка, это хорошо. Ну, мне кажется, нам надо с вами сразу открывать последнее яйцо за 15 миллиардов, ребят. Давайте мы вот так вот экипируем самое лучшее. У меня 163 миллиарда, ребята, как какашоночек, да, смотрите, вот такая какашка, она у нас улыбается. И это просто капец, ребят. Ну-ка, давайте посмотрим, смогу ли я попасть в топ. Топовые игроки, у них 1 триллион, да, ребят, 1 триллион. Ну, слушайте, это что-то дофига. И по перерождениям, ребята, пока что-то как-то я, ну, супер слабенький. Давайте мы вот так сделаем 21-е перерождение. Ну, сейчас, короче, нам надо вот так вот, значит, поподбирать. В принципе, вообще никак, ребят, смотрите, не влияет, да, слишком мало нам дают. И поэтому, ребята, давайте мы включаем автофарт и сейчас посмотрим, докуда мы с вами сможем долететь. Мне кажется, сейчас будет, ребята, супер крутой результат, ну-ка. Мы сейчас с вами получим офигеть как много, ребята. Я смогу, наверное, автоперерождение вообще просто бесконечно делать. 5 миллиардов я получил. Так, давайте... Да, мы с вами накопим сейчас на самое последнее яйцо, ребят, и это будет прям супер легко. Интересно, какие там характеристики будут, давайте мы сейчас посмотрим и попробуем собрать полный состав из вот этих питомцев, ребят. Что-то как-то, слушайте, не так супер дорого, да, я думал, последнее яйцо будет намного дороже, но, в принципе, мы сейчас с вами его легко откроем. Вот, все, смотрите, а нет, не хватает, окей. Один разочек, ребята, еще раз мы летим, и уже у нас будет хватать на открытие последнего яйца. Интересно, сравнится он вот с этим вот легендаркой, ребят, который дает 150 миллиардов. Мне кажется, миллиардов 70 будет. Ну-ка, смотрите, анкоманка и 21 миллиард, ребят. Ну, донатский, конечно, питомец самый крутой, ребят. Ну, сейчас у меня 183, и, в принципе, ну, тоже неплохой результат, я думаю, сейчас будет. Давайте, знаете что? Смотрите, нам надо с вами раз, два, три, четыре, 4 питомца заменить. И поэтому давайте я сейчас накоплю 60 миллиардов, и мы с вами сразу 4
питомцу купим и посмотрим, сколько у нас будет характеристик, ребята. Так что давайте это проверим. Ну что, ребят, смотрите, я почти накопил 60 миллиардов. Мне надо будет сейчас, получается, еще один... Даже нет, получается, в этот раз мы сейчас заканчиваем. И еще один разочек, ребята. Блин, интересно, я получу вообще новый какой-нибудь унитазик? Либо вообще сдонатить какой-нибудь крутой, ребят? Напишите в комментариях, хотите, чтобы я сдонатил какой-нибудь крутой унитаз? И мы с вами катались на крутом унитазе. Кстати, это все равно тоже неплохой унитаз. Че, ребят, давайте открывать... Три раза мы с вами открываем 20 миллиардов. Ну, типа, интересно, легендарочка нам выпадет или нет, ребята? О, рарочка 22 миллиарда, это уже хорошо. Ну, а легендарка, ребята, конечно, очень маловероятно, но, в принципе, выбить ее реально. Ну-ка, давайте смотрим. 238 миллиардов, ребята, у нас характеристика. Это просто капец. Я могу сейчас сделать вот таким вот образом. Смотрите, ребят, за каждый полет я сейчас получаю по 7 миллиардов. И интересно, сколько я смогу сделать перерождений тем самым. Мне кажется, что очень много перерождений я смогу сделать, ребята. Там в топе у ребят по 1000 перерождений. Как они это делают, я не знаю. Возможно, они купили в шопе какой-нибудь автореберт, ребят. Кстати, могу купить себе плюс 3 питомца, экипировать, да? Но, в принципе, мне кажется, это не надо, ребят. Мы с вами и так довольно хороши и очень далеко летаем. И у меня уже 25 перерождений. Я думаю, что мы сейчас с вами и 30 сможем сделать, и 40, и 50. То есть, смотрите, ребят, вообще не составляет труда получать перерождение. Просто один раз мы с вами летим и делаем себе сразу же перерождение. Ну, ребята, я, наверное, на сервере один из самых жестких. Да, ребят, смотрите, у меня 27 перерождений. Может быть, попробовать в топ, ребята, попасть? А как вы думаете? В принципе, я уже достаточно далеко дошел, да, почти до сам, ну, типа, последняя локация, само собой. Но мне остается еще питомцев, ребят, эволюционировать. Они у меня не эволюционированы. Смотрите, ребят, сейчас у нас будет уже 29 перерождений. Сейчас будет уже 30, ребята, и я получаю 300% уже. Ну, сейчас вот я сделаю перерождение, и мой бонус будет уже 300%. Вот это, конечно, круто. И, ребят, вот, все, смотрите, я сделал перерождение. И давайте мы вот так вот забираем награду. 5000, ну, типа, маловато, конечно. Ну, ладно, все равно, хоть что-то. И, ребят, смотрите, тут у нас есть новый мир. Но, как написано, ребята, он будет чуть попозже, да, как я понимаю. И, в принципе, ребят, я думаю, что мы с вами справились и смогли дойти до самого конца. Сейчас будет зависеть все от вас, ребята. Как вы напишите в комментариях, так и будет. Продолжать мне здесь играть или нет, ребят? Я могу сделать очень много перерождений, ребят, чтобы сразу попасть, если что, в новую локацию. Но не знаю, стоит ли оно того или нет. Смотрите, ребят, поскольку я получаю. Я просто вообще нереально жесткий. Смотрите, по 9 миллиардов. Кстати, могу вот так вот уже подойти, открыть это яйцо. Хочется посмотреть на легендарку, ребят. Ну, видите, анкоманка. Тоже, в принципе, неплохо, да. Вот так давайте мы экипируем. У нас, так, экипируем лучших. Вот, все, ребят, вот такой вот у нас состав из питомцев. Я могу их еще, ребят, эволюционировать. Но это все зависит, конечно же, будет от вас, ребят. Если вы хотите, чтобы я продолжил здесь играть, то обязательно пишите об этом в комментарии. Не забудьте ставить лайк. Всем, ребят, пока-пока.